рассадах астыс освит может быть применена как любителями, так и специалистами в области декоративного садоводства и ландшафтного дизайна для украшений как притененных, так и солнечных участков сада, газона или альпийской горки. Хостас освит имеет зеленые листья с широкой кремового цвета каймой и характерным глянцевым блеском. В зависимости от особенностей освещения, белая кайма листа может выгорать до белого цвета, такое происходит, когда растение получает много солнечного света. Холодостойкость и устойчивость к вредителям такая же, как и у остальных представителей вида. Хоста гибридная сосвит это травянистый высотой от 70 до 80 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка белая. Летом листва лучшая хоста 1996 года. Зеленая с белой каймой. Хосту гибридную сосвит создал Пол Эйден. Годом создания растений считается 1986. Растение заслуженно завоевало следующие награды, лучшая хоста 1996 года. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.